Саженцы вязы мелколистного гейша, на штамбе, гейша, алмаз парвифолия – это медленно растущий декоративный кустарник с кроной округлой плакучей формы. Ветви растения очень изящные и дуговидные. Листья растения маленькие и зубчатые. Они вырастают до 6 см, выглядят слегка шершавыми и имеют округлую форму. У листьев имеются бело-кремовые пятна, благодаря чему кустарник обретает яркий белый цвет. Вяз мелколистного гейша на штамбе любит плодородный, умеренно влажный и слабокислый грунт. Хорошо приживается в маленьких садах и обычно вырастает до 3 метров. Прекрасно подходит для формования и может выращиваться по технике бонсай. Культивируется вяз с 1985 года. Вяз мелколистный на штамбе гейша – это дерево высотой 250 см с типом роста – штамбовый. Лист растения по форме округлозубчатые. Летом листва желтый. У растения нет шипов. Важно, что вяз мелколистный на штамбе гейша самоопыляемый, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.